Южная Дакота, короче. Снегопад пошел. Всю дорогу замело, еле доехал. Скользко очень. Сейчас вот здесь вот надо разгрузить машины. Вот эти две. Южный Дакоты и Монтаны, невысокие горы, не шпили, а просто вот такие вот холмы на протяжении сотни, тысячи километров простираются. Пасутся разные животные. Опять я близко подъехал к Йеллоустонскому парку. Вот там вот он находится, где-то вот там вот. Вайоминг, штат Вайоминг, Монтана. Рядышком. Скоро туда поедем. Какая грязюка. Ай. Ай-яй-яй-яй-яй. Сейчас мне вот это вот надо все отклеивать. Доставать. Волчистая машина, сейчас грязная. Доставляю грязную. А была чистая. Красивые виды. Здесь пикапы очень распространены. Здесь очень многие отсюда покупают пикапы и сюда привозят. Такая местность для пикапов. Горная. Забираю желтенький пикапчик. Тут удлиненный. В Атланту. F-150. В общем, такая история. Приехали мы за тачкой. Kia Sorento. Там вот стоит. Она, короче, ну, естественно, битая, аккумулятор севший и не видит ключа. Поэтому я сейчас взял ключ, бывает такое, уже у меня несколько раз было, надо его погреть. Хорошо, что у него вытаскивается это, его лично такой лисинка ключ, и можно штуку поднять, потому что его прям металлическим замком, короче, к рулю присобачили, поэтому не вытащить. Но вот это вот можно вытащить. Поэтому вот так вот бывает, сейчас будем пробовать заводить. В Канзас-Сити, короче, навалило снега, все дороги были заведены, но я здесь появился уже после того, как прошел снегопад. На дороге, как бы на обочинах, несколько грузовиков лежало. Ну, слава богу, все у меня обошлось еще раньше. Позже приехал уже, когда все уже здесь закончилось. Куча снега выпала. Заехали домой. Припарковался около магазина. Здесь вот такие есть магазины автомобильные. Туда можно масло сдавать. Если масло менял, то можно сдать.